Привет, друзья, на моем канале. Сегодня очередное видео. Это резная лопатка с обжигом. Но сначала я хотел бы поговорить, почему обжиг и почему именно вот на осине. Вот я приготовил вот такую вот баклашечку. Это вот баклашка осиновая, как видите. Сейчас вот поближе покажу. Вот такая вот древесина. Это вот осина, сама как она есть. Так вот, ребят, что про осину. Как увидели, осина совсем белая. Есть много пород древесины. Осина, белая береза, липа. Они абсолютно белые. Поэтому, чтобы придать ей вид, придать как-то вот, чтобы она, ну, действительно была красивой, я стал применять обжиг уже довольно давно. Но сейчас я делаю обжиг, если человек или клиент меня просит, я делаю индивидуальный обжог. Потому что я вначале, когда начал применять обжог, это на лопатках, на ложках, на разделочных досках. Кстати, видео у меня есть уже, разделочная доска тоже выполнена из осины с обжигом. Так вот, почему обжиг, друзья? Так как древесина совсем белая, она не имеет своего рисунка. Но чтобы древесина, так можно сказать, зазвучала и чтобы у нее был вид, поэтому я стал применять обжиг. Опять же, повторяюсь. Ну, сейчас пойдем дальше, и я буду уже рассказывать непосредственно лопатки. Поэтому обжиг, как все мы знаем, у любой древесины, да, ну, кто не знает, сейчас вот я и объясню как раз. У всей древесины, у любого дерева есть годовые кольца. Но есть древесина, которой не надо обжиг, она и так красиво, там вот видели, из ясеня у меня работа, с черной березы, у нее есть характерный рисунок. Так вот, у каждой древесины есть годовые кольца, и вот обжигом как раз-то и выделяешь, просто обжигом выделяешь это самое, рисунок, вот эти годовые кольца. И тогда она начинает выглядеть красиво. Я много уже обжигал, и люди мне сразу: ой, ты чё, Иван, ну это же ты обжег древесину, это ж все. Нет, ребят, зачем, почему? Обжиг всего лишь нужен для того, что вот когда ты вырезал, когда ты уже ее отшлифовал капитально, наносится обжиг, но наносится не так, что ты прям спалил древесину и все, она там головашка, блядь, которая он в костре остается от дровишки от какой-то и все. Нет, друзья, поэтому просто обжигается и все. Ну давайте на примере я вам уже покажу сейчас саму лопаточку, увидите и посмотрите. Значит, вот очередная моя лопаточка из осины. Вот, смотрите. Вот видите, про что я и говорил. Белая древесина. То бишь даже ее вот, ну, нельзя на видео передать. Вот видите, здесь чуть-чуть обжиг я сделал. Сразу видно, что рисуночек. Правильно. А здесь с первой стороны его не видно. Дерево белое. Поэтому вот, как видите, вот ручку я обжег, все, вот они пошли, годовые кольца. Она ничем обжиг не испортила и ничего, но придала вот такой вот ей замечательный, вот такой вот замечательный вид придала лопатке. Поэтому вот для этого только и применяю я обжиг, чтобы чуть-чуть сделать красивее после того, как покрываешь натуральным льняным маслом, она еще придает свой характерный цвет, так как вот эти годовые кольца пропитываются и проявляется больше. Также, что хотел сказать,
На этой лопатке я пользовался электрофрезером. Купил себе электрофрезер. Кому будет интересно, пишите в комментариях. Я обязательно покажу, расскажу. Это я сниму отдельное видео, где я расскажу, допустим, какой я приобрел, почему я его приобрел и какие, допустим, с какими минусами я встретился. Кому интересно, сделаем обзор. Думаю, много будет, так что пишите комментарии. Вот, как видите, опять же, вот идет борозда. Заднюю сторону я взял от начала и пошел по всей длине, по всей окружности. Вот так вот решил сделать. Я как раз купил фрезер и решил попробовать. Ну, думаю, надо пробовать на чем-то элементарном. И поэтому решил, ну вот, лопатку как раз вырезал, дай-ка попробую. Вот она вот спереди тоже у нее идет. Но здесь я только ручку обошел. Я не стал сюда залазить, так как она будет мешать тому, чтобы когда готовишь, ну, будет лишний буртик. А лучше вот эту вот гладенькую оставить, рабочую поверхность. Поэтому вот такая вот лопаточка. Также вот отверстие я сделал. Отверстие у меня здесь на 10, чтобы можно было на любой крючочек повешать лопатку. Поэтому, ну, вот такая вот, друзья, у меня получилась работа. Буду пробовать также набивать руку фрезером. Также это самое. Пишите. Буду пробовать фрезер, насадки другие, чтобы сделать рисунок другой. Поэтому пишем комментарии. Я думаю, будет мне приятно услышать ваши комментарии. Это раз. Во-вторых, сподвигает это на новые, на снятие новых видосов, друзья. Поэтому как бы пишите комментарии. Не забываем подписываться на мой канал, потому что есть подписчики, есть комментарии, есть какие-то классы. Значит, стоит снимать видео, значит, стоит выкладывать, значит, вам это интересно. Буду как-то разнообразивать. Напишите сразу мне в этом видео в комментариях. Интересный я сделал сегодня обзор. А то получается, у меня каждое видео я просто показываю свое изделие, что-то так мельком про него рассказал и все. Интересное было видео. Предоставил вам изначальную древесину, поговорил почему и как. Я показал вам лопатку, почему обжиг, почему именно вот так я начал делать. Кстати, у меня обжиг, когда я начал применять, у меня многие резчики писали в других социальных сетях, потому что этот канал я только начал. И, кстати, писали: Иван, ты будешь не против, если мы начнем применять обжиг? Да, ребят, ради бога, говорю, делайте, я только рад, что вам понравилось то, что я вот начал таким или иным способом как-то выделять, и все. Тем более, мы для того резчики и есть, делиться своими какими-то пробами древесины, какие-то техники применять. Нас за это никто не осуждает, потому что захотелось, сделал, и все. Как бы мы на этом и учимся. Я у тебя посмотрел, ты у меня посмотрел, я твое что-то попробовал сделать, ты мое применил, попытался сделать. Поэтому я здесь не вижу такой конкретной проблемы, поэтому я всегда только за. Так что, ребят, не думайте, что обжиг — это плохо, все, это головашка. Нет, обжигается древесина, потом она хорошо... Вот, по крайней мере, я потом ее хорошо в несколько приемов с несколькими шкурками прохожусь. И остается только сам выжжен годовые кольца. Поэтому ничего страшного, это наоборот красиво, а можно как-то свалировать там, не знаю, по-всякому сделать обжиг, и будет, ребят, классно. Поэтому, кому понравилось видео, пишем комментарии, ставим классы.
включайте колокольчик, чтобы не пропустить моих, не пропускать моих новых видео. Ну а я с вами буду прощаться. С вами был Иван и канал «Резная сказка». Всем хорошего, ребят, до свидания.